принесли мне вот такую головку от мотоблока, от дизельного, на ремонт. Нету компрессии. Покупали они ее новую, без клапанов, не заряженную. Сами поставили клапана, собрали, и он не заводится. А здесь надо было клапана прирезать и притирать, потому что нет вот этой канавки под клапан. Как новые стоят, гнезда так и есть. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Так, замеряем ножку у клапана. Ножка у нас на 7. Второй тоже на 7. И замеряем гнездо. Гнездо у нас на 28. Набор зенковок от 12-ки. Там тоже стержень на 7. Да, как раз на 7 залазит. И берем, что самый большой, берем, замеряем. Ну, вот так вот в этом диапазоне 28 тоже должен нормально захватить. Ну, а сейчас им будем пробовать. Так, одели зенковку, которая уже идет под сам клапан. Под сколько здесь, 45 градусов или 47 градусов. И проходим. Так, сейчас. Маслицем мазанем. Так, вот надо было как-то закрепить. Сейчас закрепим в тиски. Так, закрепили в тиски, чтобы у нас помягче шло. Так, ну вот фазочка получилась. И пройдем сейчас фазку внутреннюю и наружную. Ну вот так вот получилось, чтобы как показать. Вот она фазочка. Все, и теперь надо будет все равно, вот остались вот эти вот ямочки, все кочечки. Потому что руками, не станком. И клапана надо будет притирать. Сейчас второй клапан также подгоню. Так, теперь нагреваем клапан немножко. Берем обычный битум. И приклеиваем пятачок вот такой. Вот так вот он.
Так, ну вот у нас остыли клапана. Вот так вот получилось. Теперь наносим пасту притирочную. Подобрали пружинку, чтобы надевалась на стержень. И чтобы при нажимании у нас клапан доставал до фаски, до гнезда. Я всегда ручной дрелью притираю. Вот такой вместо сверла стоит вот такой, вот такая лопатка. Вот для чего пятак этот и приклеивали. И теперь притираем 2-3 оборота в одну сторону, 2-3 оборота в другую сторону. Все, теперь протираем от пасты. И смотрим, что у нас фазочка вся чистенькая, берется полностью. Вот все, и здесь все по кругу у нас все чистенько. Вон на фазочка. Все, и второй сейчас также притрем клапан. Много тут не надо, тут надо только вот эти вот сорвать. Вот эти ребрышки, что идут, чтобы было ровненько. Ну вот так вот получилось и все у нас. Все, здесь все прошли. Полностью по кругу. Все, теперь надо промыть все это дело от остатки пасты, где там все равно остаются, вот они. Все это надо сейчас соляркой промыть и будем пятаки убирать. Так, ну все, отмыли. Берем клапан, смазываем маслицем немножко. Берем резиночку простую от камеры и ключ с ветчиной на 21. Сразу сухарики у нас там стоят. Ага, порвалось. Короче, пробовал резинкой, резинка рвется, сухари не заходят. Взял восьмерочную за сухарку.
Ну вот так вот как-то все готово. Сейчас держим в руках. Молоточком простучали, чтобы у нас сухарики встали на места. И все, готово. Можно ставить. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся. Все.